Многие из вас уже, наверное, делали для своих собак игру с полотенчиком, рулетик из полотенчика. Вы, возможно, удивитесь, но вот такой вариант, как сейчас я покажу, он для собаки сложнее, чем рулетик. Смотрите, берем, насыпаем лакомство на пол и накрываем полотенчиком. Главное это делать не на ковре. Ищи. Ищи, ищи, ищи. Ищи. Just show me.